Игроки будут играть только тогда, когда на 100% они будут здоровы. Вот это я вам могу сказать. Сегодняшний тренировок тоже определит их состояние. Значит, сегодня посмотрим, каково оно. Вот все, что я могу сказать. Ну, то, что Гильерми не будет, это можно уже говорить точно. Остальные не знаю. Все-таки еще есть сутки. Да, он готов играть, и я оцениваю его состояние. Очень-очень хороший, он провел две игры и должен идти по нарастающей. Настраивать можно на все, что угодно. Мы всегда настраиваемся в одном направлении, на победу. Но нужно и реально представлять, что на другой половине поля находится Атлетико Мадрид. У них совсем другое в этом плане настроение. Удастся нам забить быстрый гол? Возможно, ситуация будет положительной для нас. Не удастся, будем играть, будем бороться за очки, будем играть ради зрителей, будем исправлять те ошибки, которые мы там допустили. А конечный результат может только Всевышний сказать. Ну, во-первых, это неправильно, что вы говорите от Косты провокация. Он игрок такой. Он игрок, который борется до последнего. Борется всеми возможными футбольными способами и добивается результата. Он оказывает громаднейшее давление на защитника, он их нервирует. Это часть футбола, которым он хорошо пользуется. И он молодец, и поэтому он на таком высоком уровне играет столько лет.